Начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную назначению главного тренера футбольного клуба «Спартак Москва» Массимо Каррера. Он у себя уже против шестерых сейчас играет. В атаке удар по полу. Спартак!
слишком результативно. Ох, как красиво! Ох, красиво! Ох, какой гол забирает Спартак! Вот это Василью! Я хочу добавить! Глушаков! Вот это гол! Вот это гол! Боже мой! Вот это колечник! Это похороны! Жано! Удар Жано и 2-0! Какой гол! Жано! Золотой мяч! Правый тут же вырвал мяч. Удар. Гол. Гол, 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 гол! Здорово, Попов ушел от головы. Сегодня «Спартак» ничья. Только победа, только 3-1, без шанса вообще. Аргумент. Аргументы, Антошка выздоровел. Это во-первых. Лушаков, это похороны. 3-1. Конечно же, здорово превосходит Тамкар своего соперника. Защитники там нужны. Подача. Кутепов не дает пробить. Зуев. Нечего пробить. Лушаков! Вот это колечник! Это похороны! Это Глушаков! И это Манекен Челлендж! Да, Спартак много забивает дальними ударами, как мы уже отмечали не раз. По ходу встречи это пятый гол Спартака, забитый из-за штрафной. Ну и это фантастика! Это даже Зеликов не может вытащить! Здесь отскочил Глушаков. Ну, вот только шальной такой удар, наверное, Спартаку мог помочь сегодня. Поставленный удар. When all hope is lost and there's no end in sight, lift up your eyes, heroes will rise, and lay down your fear. Heroes will rise.
«Спартак» тем временем рвется. Вперед, Зобнин, Глушаков подхватывает мяч, Роман Зобнин, Глушаков! Денис Глушаков забивает первый чемпионский домашний гол «Спартака». Поднял мяч ближе к штрафной, передача силовой, Глушаков! Денис Глушаков 2-0! Что он творит в этом году? Фернандо, удар и гол!
Перебор, еще желтую карточку за такой. Итак, Сергей Прохтерев постарается достать мяч. Не получилось у Белинова. Победным. Хатай бьет. Дитилев. Не забивает. Хатай бьет и не забивает. Эй, ты так много людей, что могут изменить ситуацию на поле. Глушаков. Его удар! И Стоп!